Курске пройдет второй этап третьей летней спартакиады молодежи России 2014 по фехтованию и тяжелой атлетике. Что курских спортсменов ждет на соревнованиях, рассказали во вторник организаторы турнира. Спартакиада по фехтованию пройдет в нашем городе впервые. Большие надежды возлагаются на Кристину Самсонову. Она будет представлять Курскую область. В программе соревнований не только привычные рапиры, но также шпаги и сабли. Спартакиада молодежи – один из ближайших спортивных резервов первой национальной сборной. И спартакиаде молодежи в нашей стране уделяется достаточно серьезное и большое внимание. Ну, олимпийскими играми я их не назову, конечно же, но в то же время это очень престижные и почетные соревнования. В спартакиаде по тяжелой атлетике нашу область представят 8 юношей и 3 девушки. Всего ожидается около сотни участников. В финал пройдут только обладатели первых мест в каждой весовой категории. В спартакиадной зоне с нами Московская область и Москва. А Москва – это сборная команда страны среди всех юношей и девушек. И вот да. Мы попали как раз. Раньше было проще. Мы бы готовили 3-4 финалистов. А сейчас даже об одном можем то мечтать. Торжественное открытие спартакиады состоится 15 мая по тяжелой атлетике и 16 по фехтованию.